Нижегородскому заводу «Красный якорь» выделили субсидию на разработку якорных цепей большого диаметра. Это произошло по итогам конкурса Минпромторга на создание отечественного судового оборудования, которым нужно заменить зарубежные аналоги. В частности, для освоения арктической зоны необходимы якорные цепи больших калибров, которые могут эксплуатироваться при температурах ниже минус 50 градусов. Сейчас потребность в таких цепях в полном объеме закрывается продукцией иностранного производства. Минпромторг рассчитывает, что отечественная разработка будет дешевле в изготовлении. Готово ли руководство завода к вызовам и как планирует решать поставленные задачи, читайте на портале mashnews.ru в разделе «Эксклюзив».